Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости канала «Огород с Мариной Гусаковой». Сегодня 2 июня, и я решила по совету Татьяны Владимировны сделать обрезку. Вот у нас тут мерник, высота вот этого ряда проволоку сделали на высоте 70 сантиметров от уровня земли, поэтому вот так сейчас буду делать обрезку, чтобы малинка из боковых пазух выпустила дополнительные ветки. Вот так сейчас раз. А вот эти верхушечки покажу, как я буду делать ферментированный чай. Ну вот, летнюю обрезку провела, все подстригла. И дополнительно еще сейчас пройду, посмотрю, слабые побеги вырежу. Вот что дает летняя обрезка. Останавливается точка роста, но просыпаются почки вот в этих пазухах. Вот, и дополнительные образуются ветки, и на каждой из которых 3, 4, 5 будет урожай малины. Это, конечно, будет осенний урожай, но уже по прошлому году я поняла, что урожай действительно увеличивается. Процентов, я думаю, на 30 точно. Мне понравился такой вариант. Вот, посмотрим, что будет у нас, что покажет осень. Ну, сейчас активно нужно будет подкормить. Но я подкармливаю только травяным настоем. Природное земледелие. Я не хочу применять никакие ни минеральные, ни навозом, ничем не пользуемся. Осенью урожай покажет себя. На этом втором участке у нас малина выращивается по другой технологии. В два урожая. Вот сейчас эти ягоды собираем и вырезаем. Вот он, его будет видно. Он такой отличается по цвету стебель. Молодые из земли, они ярко-зеленого цвета, а этот уже такой цвет дерева. Их будем вырезать, оставлять молодые побеги, которые этого года. Вот, но здесь останавливать точку роста не будем, а будем формировать в один стебель. Так он и будет расти до осени. Вот эти побеги будут давать осеннее плодоношение. Вот эти однолеточки. Сорт ремонтантный. А уже тогда осенью я покажу, вот какой будет урожай с одного стебля без обрезки. Это Олег выращивает. И какой у меня будет. Посмотрим, сделаем выводы и скорректируем. Вот так сейчас для сравнения я вставила две фотографии, как выглядит первый способ и второй способ. Первый способ с летней обрезкой для получения одного осеннего урожая. И второй способ без обрезки, но с вырезанием старых побегов летом. Без остановки точки роста основного длинного побега. Ну все, мои дорогие. Забегайте в гости. Рада пообщаться.